Мне очень неудобно показывать, что мне делать-то. Вот это вот, нет, это удобно. Это моя фотография, это мой сын Артем. Вот. Вот он у меня работал. Позирует. Я ему говорю, вот так ветку отклони, вот так вот и держи. Вот. Все, что не может вырасти, попробуйте с черешней вырасти в Сибири. Не так-то просто. Все становится кустовидным, да? Вот. И здесь я убрал эту фотографию. Здесь вот фильм, вот он. Так неудобно показывать. 1,5 метра, тонкая как палка, черешня, как тонкая как палка, 1,5 метра. И тут небольшой этот самый. Кандидат наук берет и показывает, рассказывает, там, этим солью заливается. Вторая сажа за его спиной. Еще больше, вот так вот, такой же тонкий, а на конце уже заплодоносил. И вот так вот изогнулся, и вот так вот висит. А он еще не посажен. Он еще как витрина, то есть купите. А вот тут уже вот столько вот плодов. Как его высадить? Его обрезать невозможно, то надо отрезать где-то на уровне полметра, чтобы хоть низ, а вдруг вылезут эти ветки. Он же все почки ослеплены или ветки отрезаны. Ну, неудобно показать. Он кандидат наук, а я никто. Вот сейчас показать, открыть это самое. Вот. А что таких кандидатов? Я получу потом. Спасибо, Олег Константинович, вы научили, что прежде всего выживает нижняя часть. И ни в коем случае нельзя делать 1,5 метра вот такого тонюсенького штаба, а потом небольшая развилка. Ну, не стал показывать, ладно. Но меня ценят. Ценят. Вот тот мой кандидат наук, который с таким видом показывал совершенно нежизнеспособный сеанс, абсолютно нежизнеспособный. Смерти. Больше ничего. А вот меня ценят. Самое главное, безопасно. Письмо получил. Напиши мне свой ВК или ТГ, свяжемся. Еще с ошибками. Насчет продажи YouTube-канала за огромные деньги. Я вот думаю, что такое понятие огромные деньги. Мой канал, если было бы объективно, он уже стоит как минимум государственную премию, это миллионы, да, если бы мне ее дали. То есть ее можно было бы оценить, государственную премию. И можно было бы оценить мой канал в эту Нобелевскую премию. Там от миллиона до двух, но уже не рубля, а доллара. Тоже может быть. А какие мне деньги предложат, интересно? И что будет, когда я продам? Это же не просто, там только фильмов 3000 с лишним. Только фильмов. Там сотни статей, там гигантский материал, невиданный, неслыханный. Вот. Я попробовал подвести итоги. Неужели это ради науки? Вот мне огромные деньги, а дальше сменится только автор, только появится это. Я знаю одного товарища. Знаете, он исчез. Исчез не живем исчез, а исчез с этого, с информационного поля. Догадываюсь, почему исчез. Итак, научное значение моего канала. Мой канал миллиарды рублей сэкономили для будущей науки. Прежде наука уже деньги тратила. Результатов, простите, не вижу. На моем канале более 3000 фильмов. На моем канале разоблачение бесполезных, глупых и смертельных агоприемов. Как то? С чем я борюсь? Смертельная борьба с нашими помощниками. Грибами. Причем это не шутки. Это на полном серьезе. Ненависть к грибам, муравьям. Итак, грибами, муравьями, корнями, скелетом, червями, микоризой, кроной, всей почвой. Смертельная борьба. Может, кому-то это не нравится? Мировые открытия в познании мироздания. И такое есть. Происхождение жизни на Земле. Еще одна Нобелевская премия. Садоводство. Настроение ментора. Вот. Это уже поконкретнее. Вот. Кто бы в моем саду видел бы, это даже передать невозможно. Я снял десятки фильмов.
Вот. А иногда думаю, может сниться. Настроение ментора. Селекционное клонирование. Два направления. 2 сотни постулантов нового садоводства. Вот так вот. Вот. Кто-то пообещал огромные деньги. Интересно, стал бы я продавать, если бы мне предложили не 1 000 000 рублей, я бы за 1 000 000 рублей это даже бы думать не стал. А если предложили 1 000 000 долларов, эти, я так понимаю одно, смотрите, у меня есть канал YouTube, он особый, да? Вот. И тогда, например, значит, продал его, допустим, за 1 000 000 долларов. Это уже не 1 000 000 рублей. Допустим, кому-то, например, не хочется, чтобы у нас развивалось садоводство. Ладно. Продал, как тут написано, безопасно. То есть, видите, безопасно. Огромные деньги. Дальше. И вдруг он исчезает. Все. Нет, ничего. Нет ни мировых открытий, нет ли разумных методов ведения этого самого. Нет экономии миллиардов рублей, потому что, по-моему, в системе все эти миллионы тонн ядохимикатов на борьбу с грибами тратить не надо, потому что это глупость. Представляете, а у них миллиарды, а у меня глупость, у них миллиарды, а у меня глупость. Вот зачем он это предложил?